Найти хорошую квартиру в Хайфе – это несбыточная мечта или все-таки дорогая реальность? Давайте сегодня с вами посмотрим на квартиру в новом доме. Это небольшая квартира площадью 65 метров плюс, с балконом, с двумя спальнями и небольшим салоном вместе с кухней. Обратите внимание, что эта квартира стоит 3700 шекелей. Район Нижний Город. Просто и плюс еще хочу сказать, что такие квартиры, их нету много, да, они время от времени появляются в зависимости от финальных уже этапов строительства этого дома. Уже ТОФИС АРБУ получили, как я понял, квартирки эти сдают уже жильцам. И сегодня я вам покажу одну из таких квартир. А перед началом этого видео хочу порекомендовать свой телеграм-канал. Ссылка будет в описании, туда я стараюсь выкладывать все релевантные варианты, которые у меня появляются. И для того, чтобы вы могли найти такую чудесную, как эту квартиру, и найти, посмотреть ее первыми и арендовать для себя, обязательно подписывайтесь в мой телеграм-канал. И также не забывайте ставить лайк этому видео, подписываться на канал на YouTube мой, на этот, да, если вы этого еще пока не сделали. Ну и начнем наш обзор. Поехали! Итак, если обо всем по порядку, ребят, то эта квартира, конечно, примечательна своим балконом и видом с этого самого балкона. Посмотрите, это вид на Бахайские сады. Вот такая вот красота здесь, ребят. Чуть дальше мы там видим Кирьят-Элиезер. Отсюда до Кирьят-Элиезера меньше километра идти пешком. Плюс балкон имеет выход в обе спальни, точнее с обеих спален можно выйти на балкон. Это очень удобно. Здесь мы имеем такую родительскую спальню, можно сказать, побольше она. Оборудована небольшим шкафом, кондиционером. Квартира укомплектована стеклопакетами. Окнами со стеклопакетами двойными. И внутри имеем вот такие вот красивые, ребята, жалюзи. И есть еще окно одно. Открываем его. Очень удобная локация. Рядом остановка железнодорожного транспорта и метрониты. Вторая спальня. Чуть-чуть поменьше, но не менее уютная. Такой красивый кафель большой. Так, закрываем здесь. Идем дальше. Попадаем в ванную комнату, ребят. Чистенькая, новенькая. Стиральной машины здесь нету, не ищите ее. Почему? Потому что внизу есть прачечная, прачечный цех, назовем его так. Комната, где стоят специальные мощности для стирки, сушки вашего белья. И оно бесплатно. Входит в стоимость оплаты водобайт или управления домом. Управление дома здесь стоит 390 шекелей. Выключаем вытяжку, свет выключаем. И вот такой вот небольшой салончик здесь с кухней. Довольно-таки уютный, метров 15 квадратов, не больше. Телевизор, холодильник в комплекте.
Вот такая вот чудесная микроволновая печь Медея и электроплитка индукционная. И обязательно вытяжка на кухне тоже у нас установлена. Квартира сделана по последнему слову безопасности пожарной. Здесь все установлено. Датчики противопожарной системы. Так, ну и что еще сказать? Покажу сейчас вам этот дом со стороны. Ну и, конечно, хочу показать вам бомбоубежище этой квартиры. Вот оно. Чистый бетон, большие толстые стены. Внутри самого дома. По кругу здесь вот так идут везде квартиры. И при сирене все забегают сюда, закрывают двери за собой. Вот эта вот установочка качает вам кислород чистый. Вот такая вот комната. Ее можно будет использовать как махсан или кинотеатр, или спортзал здесь будет. Еще пока никто не решил. В доме также имеется у нас три современных, скоростных, больших, удобных лифта. Вот я сейчас вниз еду. Такие варианты, они бывают редко у нас. И вообще на рынке их не так много, как хотелось бы. Видите, еще лифт защитный. На защитном обмундировании. Но это временно. Сейчас покажу вам внизу вестибюль. Это у нас вестибюль. Почта. Вот такой здесь рамколь, домофон. Еще почта. Здесь будет вестибюль большой. Это лобби этого здания чудесного. Оно еще в ремонте. В ближайшее время уже будет сделано. А здесь будет установлена у нас прачечная комната. Пока ее не запустили, но обещают вот-вот уже запустить ее. Через дорогу автосервис. Вот так это здание выглядит снизу. А вот так этот дом выглядит со стороны. Буквально здесь 100 метров. Вот это мы видите вход на железнодорожную станцию центральную Хайфы Нижнего города. Очень удобно. Тут же ходят дети, машины едут, проходят метрониты и все автобусы необходимые для повседневной жизни в Хайфе. Ну а это старый город, ребята. Вот такой он вот есть. Зернохранилище. Также, ребят, вашему вниманию вот такой вот ремонт. Смотрите, это заходим в салон, телевизор, салон. Здесь будет кухня. Из кухни будет вот такой вот красивый балкончик. Сделаем все, как мы умеем. Наилучшим образом ремонт оформим. Потом отсюда мы проходим. Здесь у нас будет ванная комната. И здесь спальня. Посмотрите на это чудо. Спальня. И вот такой вот балкон в спальне. С вот таким вот видом, ребят, на залив. На порт, промзону.
Вот так вот внизу парк. Дорожка на парк у нас идет. Поэтому, если вы ищете какую-то хорошую, уникальную, красивую, супер-супер новую и отремонтированную квартиру, обращайтесь ко мне заранее, чтобы я подобрал под вас именно ту планировку, которая вам подойдет наилучшим образом, с видом, без вида. Потому что именно в этом состоянии квартиру еще возможно как бы успеть забрать, когда она еще на этапе ремонта. Потому что когда уже доделываются такие квартиры, они очень-очень-очень быстро у нас расходятся. Поэтому пиши, звони, всегда буду рад помочь.